По результатам обследований автодорог области, которые провели полицейские, выдано 12 предписаний в адрес компании «Казавтожол» и подрядной организации «Казавтодор» об устранении нарушений при содержании местного участка трассы от Караганды до столичного региона. 12 уполномоченных лиц были привлечены к административной ответственности. По данным полиции, на трассе наблюдается сужение дороги до одной полосы из-за снежных завалов. Подрядчик, отвечающий за очистку этого участка, с обязанностями не справляется. На автодороге республиканского значения Екатеринбург-Алматы на 1394 километре мы наблюдаем сужение автодороги в одну полосу. Как вы сами видите, работает одна техника, что считаем крайне недостаточным. Данная автодорога республиканского значения, вот данное сужение представляет особую опасность для участников дорожного движения, так как водители едут на повышенной скорости. И вот из-за этих сужений снежных валов могут наблюдаться дорожно-транспортные происшествия. 25 февраля за ненадлежащее выполнение ранее вынесенного предписания к административной ответственности привлечен Карагандинский областной филиал «Казавтодор». Наказание предусматривает штраф в размере 500 МРП.